Офис открылся в ноябре, но у вас уже большой опыт работы в сфере страхования, в сфере работы с предпринимателями, тоже как консалтинг. И вот откуда у вас все-таки клиенты, с каких стран? Да, у нас, скажем так, не только, понятное дело, с европейского континента, да, не только из Германии, да, кто сюда переезжает из разных стран мира, ну, в частности, например, из Казахстана, да, категория клиентов достаточно большая, которые Spätausiedler или поздние переселенцы, да, из России тоже, из сибирских регионов, тоже достаточно большая часть клиентов, Беларусь, да, Украина, понятное дело, да, особенно в последнее время, очень много клиентов, кавказские страны тоже, да, и Грузия, и Армения, Азербайджан, Турция, опять-таки тоже сирийские, да, клиенты, которые как в качестве беженцев, да, здесь тоже приезжают, тоже к нам обращаются из других городов, их социальные консультанты, социальные операторы, да, с тем, чтобы помочь с различными видами страхования. Роман, так как ты владеешь хорошим русским языком, да, у меня английский и иврит дополнительный, с этим связано, понятно же, тоже, что израильские клиенты, много из Израиля, которые приезжают сюда, инвесторы, которые вот здесь покупают много недвижимости и потом тоже страхуют, да. Много, опять-таки, тоже из Канады, из Америки, да, которые приезжают. Большие крупные компании недавно, которые приехали, у меня из Венгрии, из Будапешта, да, которые со всей компанией приехали сюда, больше чем 1000 человек, которые я тоже за один раз застраховал, да, мы сделали с ними потребительских рамков из Ихеронка, да. Из Испании, да, так как у меня тоже в универе был испанский язык, да, yo hablo también un poco español, я sono Ariel, encantado. Ну, вот так. Да, итальянский, понятно, что тоже, да. Также я знаю, что у тебя много из Китая, тоже клиентов, да, которые, да, здесь приобретают тоже недвижимость, участки, да, и ведут свой бизнес. Вьетнам тоже для Берлина, да, это так же, как и турецкие клиенты, да, вьетнамские, азиатские, индийские клиенты, да, то есть, ну, грубо говоря, да, то есть Европа, Азия, Южная, Северная Америка, да. Есть тоже кто из арабских стран, да, как мы уже сказали, еще вот тоже, наверное, в скором времени будем охватывать африканский континент, тоже, у нас тоже есть такие люди, да, кто интересуется, но пока это еще все равно не так, понятное дело, массово, да, Америка, вот, да, да, Южная, да, Америка, тоже, да, бразильские, да, испаноговорящие страны, на Аргентина, Перу, Бразилия, Венесуэла, да, то есть такие тоже имеются. И самое большое преимущество, почему мы, понятно же, тоже так интернационально поставлены, как агентство, потому что наша компания, она распространена по всему миру. Из-за этого нас люди уже знают там, где они, откуда они приехали. Да, например, у нас есть очень много из Индии тоже клиентов, и они говорят, да, у нас есть очень большой центр от вашей компании, который находится у нас. Из Китая люди приходят и говорят, вау, мы знаем вас уже из Китая, и так что мы хорошо имеем опыт с вами и хотим дальше его здесь продолжить. Нас посоветовали уже там, к вам здесь. И за этого добро пожаловать с нашей стороны. Да. Или, например, европейские страны, например, балканские страны, там Греция, Македония, да, другие страны, Хорватия, да. Опять-таки у нас наше бюро, да, как многие уже знают, у нас тоже оно мультикультурель, да, то есть многоязычное, многокультурное, да, наши коллеги, наши гешефтспартнеры, партнеры по бизнесу владеют, если мы в общем возьмем, более 10 языков, я думаю, у нас. Так оно и получается. Всех, да, с разных европейских и мировых, да, вот помимо английского языка. Поэтому очень большие возможности, да, с этим возникают и как у нас, так и у наших клиентов.